Полный, да. Это вот уже уровни олимпийских, реальные. Вот чем хороша именно гимнастика, очень доступная, тем более уличная, когда вообще можно просто тратить время и заниматься, можно добиться в натуре олимпийских показателей. То есть то, что сейчас молодежь утворяет, я такое видел только в специализированных учреждениях. Это там военные какие-нибудь, там спортивные, специальные. Дамир, сейчас надо тебе, Андрей, ты сделал мостик? Берете два стоечки. Юра, если ты сделал мостик, берешь стоечку. Кто сделал мостик, берет по одной стойке. По одной. По одной. Вы ее переворачиваете, да, вот этой стороной. Катается, которая будет. Встали. Упор лежа. И максимально тело вывели на прямых руках. Максимально тело вперед, голову вывели. Надо, чтобы... Ну, хват, давайте пальчики от себя сделайте. Ой, вернее, это как? Ну да, от себя получается. Здесь вы к себе от себя сделаете. Вам уровень перекладины вот этой должен быть на уровне пуза вашего. Дамир, больше. Нет, нет, надо, чтобы она не так, чтобы она каталась, да. Остальные также поехали, выстроились. Кто мостик доделал? Как не получится? Как не получится? Сейчас я стойку... А, есть там стойки, разобрали? Сейчас все получится. Давай, давай, смотрите, я сейчас радостью возьму вот такую вот, покажу, стараюсь показать. Смотрите, мы можем, знаете, как можно проверить? Вот, допустим, я лег, вот смотрю уровень, где у меня пузей. Раз, лег вот так, проверяю бедра, да, вот в этом случае я смогу держать горизонт. Знаете, какая штука, равновесие, вот только в этом случае я его смогу держать. По идее, вот так, если мне сейчас подняться, если мне хватило силы плеч, и прочее, прочее. Вот так было правильно. Вот видите, у меня руки на уровне пояса. Теперь я встал, ноги не убираю. Руки поставил, стараюсь не двигать. Оп. И вышел вперед. И держим. На этой, конечно, тяжелее. Берите другие, я сейчас дам. Если Дим хочет испытать на самом тяжесть, очень серьезную тяжесть, возьми вот эту качающуюся. Разобрали. Ребята, девчата, разобрали стоечки, разобрали, проверили. Тихо, тихо, тихо. Что за пипец? Все, пробуем держать по 5 секундочек, по 10, пожалуйста, попробовали. Если вы уровня уже крутого, и у вас получается держать легкотня, то пробуйте поднять ногу. Например, вот вы встали. Отвели. И пробуйте поднять ножки. Держим. Здесь очень играет большое значение воля. Вот именно волевое усилие. Держим. Не надо не переживать. По 5 секунд, говорю, по 10. У кого сколько получится. Пожалуйста. У меня уже 30 секунд. 30 секунд? Ну так, крутой уровень. 30 секунд. Мам, с Дамиром всего сложнее. Почему? А потому что это вот так. А вы поменяйтесь. Андрюш, Дамир, вы поменяйтесь. Ну пусть другие попробуют. Что ты? Да, и вот Дмитрий Юрьевич хочет попробовать 100%. Что там, ребятня балует чем? Чем ребятня балует? Ну-ка, дайте попробую. Давай, Андрюх, Дмитрий Юрьевич, дай, пожалуйста. Зимой, когда я тоже... Пожалуйста, пробуем. Зимой, когда брусья уже менее доступны зимой. Снега насыпет, бывает, и этот. Потом у меня на турнике кольца. И на кольцах, и на брусьях совсем другое это занятие. Ну, конечно, кольца вообще расходятся. Обалденно. Если бы нам здесь хватало бы высоты, опять же, сейчас с потолком, если решим, мы канаты и кольца хотим разместить, прям большие, трапецию, чтобы можно было маятниковые движения, вот подобные уже цирковым ближе. Вот, но это тот зал займем, там, сейчас вот думаем, снаряжение просто еще дополнительное есть. А там еще другие занимаются. Ну, там зал в нашем пользовании, но мы дали его в помощь фехтовальщикам, тэквондистам, каратистам, где им негде заниматься, им что же, мы можем отказать, что ли? А так это тоже наш зал, ты можешь зайти туда заниматься, но что ты там будешь один делать? Нежелательно, чтобы перед моими глазами все происходило, занятие.
А там, когда при условии, что мы находим старшего ответственного кого-то, кто будет там находиться, когда будут заниматься другие, мы там вот хотим сделать именно поролоновую яму. Высота потолков и всякое такое позволяет. Да, да, да. Парни, не отвлекаемся, пожалуйста. Еще раз сделайте, доведите, вот давайте попробуйте максимально. Чьи вещи? Убирай. Хорошо. Убери, пожалуйста, повесь. Смотрите, идите сюда. Идите сюда, друзья мои. Сейчас я дам два стула, табурет вернее. Два табурета. Вы должны будете сделать такое действие, которое нам реально поможет всем горизонту поддержать. Смотрите, возможно, высоты... Да, сейчас будем пробовать. Возможно, длины ваших рук не хватит, для этого возьмите стоечки, поставите стоечки в бок, если не хватит длины рук. Диманик, для тебя дома тренировать тема классная. Ну, смотрите, есть какая-то штука, сейчас опять я укажу такой момент, что это все та же народная гимнастика, но которая, соответственно, была приведена к, именно к лечебным, да, вариациям. То есть люди, у кого была повреждена травма, вот на ЛФК проходят такие упражнения. Ложатся на какие-нибудь тети, поднимают ножки, то сейчас вы увидите. Дамир, пойдем. Смотрите, вы легли. Вот если вы ляжете животом и упретесь ручками вот сюда, то поднять ноги вообще не проблема. Просто вот на мизинце буквально. Но если вы те, видите, я уравновесил, да, вот на уровне бедер я положил. Это указатель на то, что руками когда, Дамир, что руками когда вы будете держаться, вот прям легкотня, если не удержать, балансировка. Но если я буду смещаться на грудь, ну, да, то ноги намного тяжелее поднять. Я что от вас хочу увидеть? Чтобы вы довели подъем не просто на грудь, а чтобы фактически у вас был здесь подбородок. С вашим маленьким росточком будет попроще. Но вы легли, пробуйте, да, сначала упор. Ручки поставили. Да что у тебя? Тихо. Ну вот она от моей лысы переваливает. Разобрали, пробуем. У вас здесь расставили, пробуем. Сначала пробовали, под пузо положили. Подняли ножки, ручки уперлись. Что, Дамир, стоечки поставь, как будто будешь имитировать. Стоечки поддайте ему, стоечки сбоку. Тоже стоечки поставьте сбоку, или ты нормально руками упираешься? Ножки в сторону, нет, не рывком, ножки тихо, Илюх, в сторону, конечно. Вот, что, трудно? Ножки в сторону поднимай, пробуйте. Это ты, Дамир, пока под грудь, да? Пробуй. Взгляд вперед, руками уперись. Руками упрись. Нет, не в ноги, а в стойке. Упрись руками в стойке, прям бук. И теперь чуть еще назад, не вперед, а назад. Да. Да, давай. Взгляд вперед, держись. Ноги вместе, выровни по стулу. Не торопись, выровни по стулу ровно, почувствуй, что такое держать ровно. Ну давай следующий. Пробуйте следующие. Каждый по очереди. Сначала в пузо, Юрец. Ножки в сторону, будет проще. Ну, поднимай. Вот видишь, как проще? Ножки сведи вместе. Будет. Вот, держи. Больше под живот можешь положить, да, стульчик. То есть пробуйте. Дамир, не ходите, Андрей, без дела не тусуйтесь, стойки тренируйтесь на стойках. Без дела не ходите. Что? Подожди, Дамир, подожди, пожалуйста. Подожди. Сегодня вообще не будет. Не, будем, конечно. Следующий, пробуйте. Пойдем, Дамир, я температуру тебе измерю, и ты отожмешься, да? С Андрюшей. А со мной? Вместе с Андрюхой. Ну а что вы без дела тусуетесь, брат? Че, дай пятюньку. Не, почему? Че без дела? Ну, находишь себе место, не можешь найти. Ты соскучился по залу? По тренировкам? Ну, блин, не пропускай. Че я тебе могу сказать? Сейчас не переживай, все по стелям. Просто без дела не ходи, найди шпагати, качни, там еще что-нибудь. Нет, это не для меня. Так, фамилия, имя, отчество, помнишь? Держи. Зарадушник, бери, Дамир Дамирович.
Че, Диман, нормалек получается? Ну, пока привыкнуть не могу. Следующий тоже. Илюш, пробуй, Илья. Я вот так вот получилось. Юрец, пойдем на температуру. Давай, бери Мири, называй фамилию, имя, отчество полностью. Рыков Юрий Алексеевич. Молодец. Следующий на температуру, пойдем. Бери градусник, мери. Фамилия, имя, отчество. Агнищев Кирилл Александрович. Молодец, Кирилл Александрович. 32,9. Сестренка, позови. Диана. Фамилия, имя, отчество. Агнищева Диана Александровна. Илья, на температуру пойдем? Илюш, сейчас, Андрюх, погоди, давай градусник бери. Называй фамилию, имя, отчество. Чернов, имя Илья. Иван. Иванович, да? Иванович. Илья Иванович? Ты точно? Илья Иванович. Ну, Махара, молодец. 36,6. Молодец. Андрюш, пойдем? 36,0. 36,0. Давай, Андрюх, градусник бери. Называй фамилию, имя, отчество. Чкалин Андрей Анатольевич. Подержи, нажми и подержи. Ты не справился? Вообще. Вообще, что, да, холодное, смотри. Оп, магия, да? Дмитрий Юрьевич, пойдем? Так, градусник, фамилия, имя, отчество. Федория, Дмитрий Юрьевич. Так, сделали? Все попробовали? На турнички, пожалуйста, разошлись. 35,7. Смотрите, что делаем сейчас на турниках. На стульчик все попробовали? Вам сейчас надо только на пальчик. Реально, только не на всех, не на все ладони, а только на пальчик. Подойти желательно на турник, на котором будет высокий. Вам надо запрыгнуть. Хват узкий, ручки между прям рядом, Андрей, ручки прям рядышком, на пальчиках. И делайте тело прямое, плечики вы, тело приподняли, плечики как бы вниз опустили, спинку натяжение создали, делайте подтягивание, ну давайте 10 раз вам надо сделать вот таким действием, именно таким. Здесь? Да, для чего? То есть вы делаете 10 раз, да. Ты сначала сделай давай это, 10, 9, 8, 7, а пока нет, наоборот. Смотри, короче, что так. Это мы сейчас проведем такое действие, ты на себе убедишься, что когда тебе кажется, что нет сил, силы появляются. Так всегда бывает. Илья, пожалуйста, сделайте. Илюш, Юра, не переживай, да, не волнуйся, братан, не переживай. У тебя, если ты сейчас сделаешь бодрый, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, у тебя будет количество нереальное просто подтягиваний. Если ты сделаешь с минимальным отдыхом. Сделай 10 раз, спрыгнул. Знаешь, как можно отдыхать? 10 раз сделал, Давид. Спрыгнул, руки стряхнул, запрыгнул. 9 раз спрыгнул, руки стряхнул, запрыгнул. Конечно, вообще не гони. На самый неудобный высокий турник залезай. Вообще на самый неудобный. Создай себе условия сверхтяжелые. Ты за раз 40 раз можешь подтянуться. Тебе надо сейчас условия делать... Ну погоди, тебе сейчас надо создавать условия максимально тяжелейшие. Друзья, поехали. Юра, Андрей, пожалуйста. Вам всем, я вас советую вам узким хватом, Дамирчик, давай, узеньким хватом. Дамир, да. Нет, без раскачки, братан, без раскачки. Дамир, стоп, успокойся, давай. Тяни, да, тяни, тяни, на руках.
Молодец, вот так, 10 раз делай, без раскачки. Контролируй себя, создавайте себе неудобства, друзья и подруги, создавайте себе неудобства. Если вы этот контролируемый стресс, вы сейчас его переживете, то в жизни вы потом, Дамир, без раскачки, пожалуйста, братан. Можно на пальцах делать? На пальцах? На кольцах? Ну попробуй на кольцах сделать. Дамир, вот посмотри на Дмитрия Юрьевича. Блин, ладно, посмотри еще раз на меня, пожалуйста. Вот, во-первых, пальцами, да? Да, пальчиками, да. Можно, вот смотрите, он чуть-чуть оттягивается в сторону. Обратили внимание? Он делает действие вот такого характера. Вот так. Вы можете сделать, например, стараться ручками коснуться груди, груди руками, пам, вы коснулись. А можете сделать по-другому. Подтянулись, если у вас не получается высоко, ровненько. Сколько выходит, ну, Дамир, пожалуйста, без рывков. То есть она спокойно прям раз, поехали. Меньше слов, больше дела. Дамир, успокой свой ум, брат, успокойся. Все хорошо. Если ты сейчас под контроль возьмешь, если вы сейчас в юном возрасте под контроль возьмете свой ум, друзья, потом любое дело будет по плечу, вы все сделаете. Он вас не будет треморить, он вас не будет разволновывать, и вы все сможете сделать, любую задачу. Там контрольные, вообще все. Поехали. Все нормалек. Еще, Дамирчик, знаешь, почему я так вот настойчив к тебе, помнишь, по дисциплине? На тебя родные возлагают очень... Ты сам на себя возлагаешь много надежд. И вы меня уполномочили контролировать. Сергей Геннадьевич, типа ты дисциплинируй. Поэтому, брат, не шоркайся, Дамир, не шоркайся. Дим, подержи его ноги, чтобы он не дергался. Давай, стой. Куда ты побежал? Ну-ка, давай. Не, ну он чемпион, с ракет подтягивай. Он должен быть... Ножки вместе, Дамир. Ножки вместе. Диман, держи ножки его, вместе. Вот, не дергайся, не. Вот, молодец, не дергайся. Опускайся плавно. У кого счет какой, скажите, пожалуйста, Дамир. Какой счет? 8? 7. Быстрее. О, у кого-то даже больше, чем у Дамирчика, ну ладно, хорошо. Илья, это у тебя 7? Илья. А, Илюха, а у тебя сколько? 0, ну давай, делай 0. 10, давай, Илья, пожалуйста, Кстати, вот в этом же, вот... Дамир, на маленьких иди, турничко. Дамиру говорю, в горизонт, там же, чтобы, ну, быстрее научиться, лучше, наоборот, опускаться плавно, то есть выходить в стойку и медленно стараться опускаться. То есть, как, ну, то же самое, как здесь, ты подтянулся, опускаешься... Хотите, я вам сейчас покажу, вы это знаете, мы это уже делали неоднократно. Мега, супер, пупер, крутые отжимания и подтягивания. Дамир, хочешь проверить свою силу? Ты по-любому это видел, слышал, знаешь. Вот смотрите какая, друзья, смотрите какая штука. Пожалуйста, на меня посмотрите. И кто там, Андрей? Дамир, это для Димаса, для волевого проекта, нельзя сегодня вспомнить. Помните, когда-то я вас просил медленно отжиматься, подниматься, вставать, там, подтягиваться? Вот кто сейчас может максимально медленно подтянуться и хотя бы коснуться макушечкой перекладины, подержаться несколько секунд, желательно столько же секунд, сколько вы подтягивались, потом медленно опуститься, как это выглядит? Смотрите, хват вы делаете на самый комфортный, вот индивидуально для каждого, это вот когда вы что-то отжимаетесь, там, приседаете, вы ставите, вы ориентируетесь на свое тело. Если вы суставы не выводите за ширину плеч, ни ноги, ни руки, у вас будет тело как бы держать, даже в сражении, в драке, там, в борьбе. Вот это действие должно быть, да? Нам тяжелее делать вот так, чем вот так. Нам тяжелее будет поднимать, тем более вот так, чем перед собой. То есть старайтесь делать действие. Теперь смотрите, да, ровненько выстроились. Ручки подняли. Ты, брат, быстро, погоди. Вот так. Также надо медленно опуститься будет. До макушки. И смотрите дальше. Также медленно
опускаться. Хотя бы разочек попробовать. Да-да-да, братан, терпи, Дамир, терпи. Терпи макушку, Диман, ну макушку надо было упереться. Терпи, терпи, медленно. Да. Вот сколько раз вы потратите, а повторите в течение минуты это сделать. То есть, грубо скажем, 20 секунд подъем, 20 секунд фиксация в макушку и 20 секунд опускания. Это вообще бомба. Попробовали, сделали. Не по 20, хотя бы 5. Подъем, 5 фиксаций, 5 вниз. Вот таких, если вы будете делать 10 раз в день. Сергей, я да. Один раз. Один раз? Ну вот пробуй. Если вы будете хотя бы 10 подтягиваний таких делать, 10 всего лишь, это будет очень круто. Дамир, аккуратнее. Че, друзья, поехали, поехали, делаем. Дамирчик, ну давай, не отвлекайся. Илюш, терпи. Илья, делай. Илюш, терпи, терпи, делай, делай, делай. Просто повернись. Так, чтобы ты головой не врезался в железку и подпрыгни. Грудью косни железки. Подпрыгни. Во, во, молодец. Давай, давай, давай. Ребят, потерпите, пожалуйста. Я сделал 15 секунд. 15 секунд? Да. На все. На все про все вообще, за все. Давайте доделывайте и начинаем выстилать маты. Только по чесноку доделайте. Серега, распечатать просил, Сергей Сергеевич. Бумагу? Я распечатал. А, это объявление, там, плакат, не да? объявление, там 4 плаката мне скинул, я ему распечатал. Там, можно потом посмотрим? Не, ну, я оставлю просто, да, или да? ему там передать. Даже распечатывать не буду, это подарок. Что? Пока ложи, да. У кого билетики еще, ребят, у кого не кончились билетики? У кого билетиков таких подарочных кончились, может быть? У меня. Или не кончились, в субботу, завтра будет розыгрыш, Илья. Завтра приди обязательно, розыгрыш завтра будет подарков, слышишь? Ты готов? Все готовы к розыгрышу? Андрей, хотя бы на час попробуйте забежать. Дамир, Дамир, лесенку доделай. Я завтра всех ждем на розыгрыше. Лады? Да. Ну в честь, январь кончается, мы прожили... Почему? Сестру скажи, Полин, ну-ка давай веди меня на тренировку. Ты крутой, ты на бирже нефти и газа, на чем занят будешь? Что будешь делать, в игру играть? А в чё? Ну приди на часочек, выиграешь, придешь, выиграешь подарок и пойдешь. Попробуешь? Окей, а по-русски как? Лады? Лады, молодец, лады я попробую. Так, доделываем, потом маты стелим. Андрей! Юрец, я знаю, что ты доделал. Сейчас, секундочку. Четыре раза. Ты четыре раза доделал? Ну, сейчас, тогда ждем, когда... Попробуй еще на стульчике стоечку постоять, пока ждем, все доделают и маты стелим. Андрей, не надо, это нечестно, Андрюх. Иди на турник, вот где Дамир, Андрей. Три осталось? Андрюш, иди, где Дамир, на этом... Пожалуйста, делаем, ребята. Андрюш, не отвлекайся, Андрей. Сейчас отжиматься будешь, брат. Хорош. Висишь? Ну ты подтянись, что висеть. Ну молодец, ты подтянись. Как говорится, висеть все могут, да? Ты подтянись. Без раскачки, Дамир. Че, Юрец, как у тебя на стуле получилось успешно? Да. Ты минуту смог выдержать? Дома будешь тренировать? Может быть, у тебя первым получится горизонт удержать? Вам сейчас хорошо то, что легкое тело... Что? Все доделали, а еще пока не доделали. Когда доделают лесенку все... Просто не
Погоди. Пока держи, давай на, значит, тренируй горизонт, пусть они доделают на низеньком. Либо попрыгайте на покрышечке, да. Вот умница, крокодильчик, хорошо, давай только... Трюки, только давай без сальтух. Да, без... Давай. В принципе, да, этот, Дмитрий Юрьевич. Можешь под большой стелит брать, только подушечки со столов подними. Дамир, пока трюки делаете, Дмитрию Юрьевичу, кто поможет маты вытаскивать, тот будет большой молодец. Маты вытаскивать, относить к стене. Кирюх, иди, а на что вы так долго не были? Блин. Выздоровели? Да. Все хорошо. Как самочувствие? Хорошее. Хорошее? Кирилл, а у тебя? Все хорошо? Да. Учеба как? Хорошо. Хорошо все? У всех, да, все хорошо с учебой? Я потом весной, наверное, дневник и попрошу вас, чтобы вы принесли проверить. Или с родителями пообщаться. Ну, как вы оценки какие? Ребят, помогите, пожалуйста, Дмитрию Юрьевичу. Вам надо было маты. Андрей, Дамир, стоп. Вам надо было маты дальше к стене отодвинуть. Вы сами себе неудобства создаете. Дмитрий Юрьевич, помогите, Андрей. Отодвигайте маты, конечно. Помогайте застилать. Вы что, как в первый раз? Диман, не стесняйся им задачи ставить. Сами все знают. Ну вот да, но только вот начинают сразу другим заниматься. Под изголовье обязательно маты, чтобы были под изголовье. Да, вот малыши молодцы, заправили хорошо. Чтобы улетаете, потому что вы помните, да, Дамир, улетаете вы во все стороны. Нет, еще вот эти надо. Под изголовье, чтобы было поролон, ткань и чехлы. Вот этот тканевый вниз, Андрюш, помнишь, да? Потому что его и так уже все разорвали. Квадратики не забывайте, квадратики есть. Юрец, помогай. Квадратики не забывайте стелить, вон еще есть.
Задача для первой. Дамир, Дамир, ты меня услышишь, надеюсь? Точно? 8 элементов, ой, 8 связок по 8 элементов для всех, разогревочные. 8 связок по 8 элементов. Элементы могут повторяться. То есть вы делаете 8 коротеньких действий, это получается одно большое. Андрей, слышишь? Сначала делаете все спокойно, потом делаете бодро. 8 по 8, лады? Андрюш, да. Смотри, я верю. Не обманывайте, пожалуйста, Дамир, хорошо? 8 по 8. Юрец, договорились? Точно? Все, поехали. Че, Димарик, не выспался? Да что, я сегодня на коньках катался. Да, с дочкой, с женой. Поехали на коньках, все, первый раз за зиму. Ну, дочка вообще первый раз в жизни, получается, каталась. Здесь, на городском стадионе. Пусть делает тоже, он хочет, пусть попробует. Тебе тяжелое, блин, бывает. Два, Андрюха, два элемента. Давай. Ну, это считается за повторение. Давай, еще думай. Скажи, Геннадьевич, а когда будет 5 минут попить и умыться в туалет? 5 минут попить и умыться в туалет. Вот, видишь, Андрюх, поэтому надо на низенький турничок. Иди пробуй, дать, надо связки. Братан, учи подъем переворотом. Учи подъем переворотом. Лады? Сейчас я подойду, я запишу всех. Тебе надо разнообразить коллекцию элементов. Давай, тренируйся на маленьком турничке пока. Дамир, 8 связок по 8 элементов. До этого я увидел, ты сделал просто лишь один соскок, пожалуйста. Сделай проверку на мягкость. Давай, проверку на мягкость. Поехали. Четко, разогревочную, простую, стандартную накручивай, да. Просто дополни ее. Не торопись, пожалуйста, не торопись. Можешь сделать больше 8 элементов, делай больше. Андрюш, разнообразивай, да, поднялся, давай уголок, Андрей, вон там. Не-не-не-не, ножку зря перекинул, уголочек давай, не забывай про него. Тихо-тихо-тихо-тихо, Дамир, аккуратно. Аккуратно, аккуратно, не торопись. Саму хотел сделать. Ничего, успеется. Все, просчитай, допустим, как ты сейчас попробуй элемент теперь задом наперед делать их. То есть ты делал сначала такое действие, а теперь начни с последнего и закончи первым. Андрей, давай, аккуратненько, уголочек давай сделай. Я уже сделал. А вот такой уголочек. Наушники, попить и мыться в туалет можно 5 минут. Юрец, готовься тоже, после Андрюши пойдешь. Опа, аккуратно. Давай, Юрец, готовься. Или кто? Диан, тоже делай. Телефон можно? Давай, давай, конечно. Звонить, что ли, кому-то? Наверное. Ты от интернета не будешь отключаться? Нет. Кому-то, ребят, кому-то звонят, мне кажется. Слышите, вибрация где-то раздается? Ну да, у меня. Да, это у меня. 5 минут, помните, попить, умыться в туалет. Дамир, только не обманывай, 8 связок по 8, осталось 7. Как я, Диман, смотри, как интересно. Да, да, просто стойки так интересно поставили, да, что они стоят бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. В таком именном месте, во всем зале нашли именно это место для них. Давай, Ильюш, 8 связок по 8 простых элементов. Лады? Я хочу сложные элементы. Не, давай ты разогрейся на простых. Вот иди, Андрюш, пусть тебя научит. Вот, Андрей, просто очень легко. Вот ты поделай очень легкий. Видишь, он выход на такой, ну, на ногу, на 3, условно назовем, делает. Тоже поделай его. Что? Все.
все. Ты сделал 8 связок по 8 простых. Да хорош, Юрец. Ну-ка сейчас покажи. Иди, пусть Андрей, иди покажи. Сейчас я посмотрю хоть одну связку по 8 простых элементов. Я тебя еще, Юра, я тебя ни разу на турнике не увидел, прикинь. Ты на том делал? Ты сделай на этом, пожалуйста. Давай, на этом, пожалуйста, сделай. А ты хотел потом чем заниматься? Ну давай, 8 связок, давай после сейчас Кирилла. Кирюш, давай доделывай, Илья, откатывайся быстро.